Два слова для широкой публики. Ну, снова в полях. Наша цель. Трофейный экземпляр кашули европейский. Начинается гон. Попробуем позвать. Ну и посмотрим, что из этого получится. Если нет, то вернемся и снова на хлебавши. Ты предысторию расскажи, что нам предстоит. Мы же затеяли глобальное мероприятие, не просто выезд на охоту. Это будет очень интересно, потому что мы будем ездить в разные места области. Наша цель — кабан, наша цель — козел. Объедем все, все обходим пешочком, посмотрим, что будет. И если все удастся, то мы это покажем. Если не удастся, тоже мы покажем. Это все равно покажем. В общем, Дима скромничает. У него сорвалась поездка в Африку, и мы решили устроить турне, а можно сказать, маленькое сафари по Калининградской области. У нас, можно сказать, завершение сезона на косулю. И сейчас по времени приходится на пик практически гона. И мы решили неделю посвятить тому, чтобы устроить маленькое сафари по Калининградской области. Ну, может быть, не маленькое, большое. В общем, в свое удовольствие проехаться по нескольким хозяйствам и с удовольствием, с чувством, с тактом, с расстановкой поохотиться на косулю и на кабана. И мы уделим этому времени практически неделю. Неделю на охоте. Оставайтесь с нами, все самое интересное только начинается. Дима, куда ты полез? Там же крокодилы, ты что, с ума сошел? Тебя сейчас обезьяны заберут. Остановись. Манили, манили, звали, звали. Уже несколько мест сменили. Нифига, пока не клюет. В общем, переходим дальше. Все равно грызуть.